В Афганистане убит глава информационного центра правительства и бывший зампресс-секретаря президента Давакхан Минапал. Сообщается, что он был застрелен. Нападение произошло в Кабуле возле здания посольства России. Ответственность за него взяла на себя группировка «Талибан». Убийство произошло через несколько дней после того, как боевики атаковали дом министра обороны в афганской столице.